Сейчас поменяемся. Давайте ресаемся, быстро бафаемся. Никит, ресай в приоритете тех, кто могут ресать. Мы, короче, с депонатором в одном месте умерли, он так лежит как будто, знаете, как будто голову мне на плечо положил. Сейчас все получится. Кстати, в десятке, короче, косты сбиваются оглушающим ударом у Вары. Здесь не сбиваются. Здесь только удар щитом сбивает и все. Пока Дживс стоит, можете подойти быстро все починиться, пока Дживс еще стоит. Все, всех реснули. Давайте на баф, чинитесь. Все, Динатрия я реснул. Идите, чинитесь. Так, рыба, ребята, рыба. Рыба возле хода, ребята, те, которые здесь сидят уже. Там ребята уже забафанные, поевшие. Уже вас ждут. Зулдан без рыбы еще. Лилихаммер каску можно? Так, Альманах, ты в звезде, Муренок, ты в ромб, я в печенье. Дайте каску Пукичу. Пукичу. Так, Дюпонатор в ромб, Ханкуль, Леха, да, ты пока стоишь, ждешь, даже Геру. Так, Дюрекс, ты со мной в печенье. Так. Дюрек со мной в печенье. Все? Все готовы? Альманах. Заходите все в звезду. Альманах. Касок нет. На ком касок нет? Лилихаммер, Пукич. Я бы сразу спросил, какой паладин дает каски? Так. Я прото давал. Он на муренке щит висит. Так. А, да, там щит висит, там прото этого, все нормально. Все, Альманах, давай, иди пуль. Приготовились бить. Альманах, иди. Где Альманах? Альманах, давай, выходи, иди пуль. Любого абсолютно тебе просто надо ударить босса, и они сразу побегут. И сразу беги в звезду. Любого тебе надо ударить, и они сразу разбегутся. Увидишь, какой твой. Все, беги в звезду уже. Леха, Геру. Кастуй ЛПшки-то на босса. Вот, иди его звезду.
Удар смерти периодически тыкай. У меня уже два стака. Сейчас добьют. Хилы, начинайте уже бежать туда потихонечку. Иди из кружка босса бери. Забирай с меня босса, да. Ты далеко его так не води. Ему сейчас пока вести, он еще стак лишний повешает. Веди быстрее его. Не задом, а в бок, туда-сюда быстрее веди. Так, мы только скидываем стаки, сразу готовимся забирать с них. У меня 4 секунды скинуть стаки, я могу забирать. Протеус упал. Леха, попробуй конкульт. А, все, конкульт тоже упал. Просто у него на пути появилось. Что не получилось там, Протеус? Да он в лужу, походу, залетел. Две лужи появилось сразу перед ним. А. Не весело абсолютно. Протеус, ты пишешь хилам или кому пишешь? Хил перебегает с танком из одной метки в другую. Все правильно, Протеус. Может, не так далеко да метки поставить? Ханкуль, ты тут? Я через середину бежал. Не, через середину не надо, тебе просто надо бежать напрямую, в ромб, Леха. Напрямую надо бежать. Напрямую, просто бежать в ромб, и все. Ты никто не бегает через центр, вообще никто не заходит. Ты понимаешь суть? Тебе нужно... Вот ты стоишь в ромбике, и в той стороне танчит ДКшник или кто там, паладин с другим паладин. Хилом. Тебе нужно к тому боссу перебежать. Тебе нужно от этого босса 50 метров рейнджу словить. Давай дистанцию, быстро. Тут вот люди, вставшие есть рез эти людей. Вон с маной, я смотрю, кто-то есть. Рез эти в приоритете того, кто может резнуть. Чтобы мы быстро отбивались и помогали вам. Конечно, если Ханкуль не побежал, то Протеус... Леха, тут короче, когда ты через середину перебегаешь, ты ловишь сразу два стака на себя. Ребят, пока я побежал напрямую, точно так же беги за мной, и все. В центр никто вообще не заходит. Просто из метки в метку. Из метки в метку. Вам надо просто набрать максимальную дистанцию от босса. Сейчас было все хорошо. Я уже почти скинул стаки и готов был забирать босса. Ты, короче, Протеус, не стесняйся. Кто на той стороне с голосом, ребята, вы лучше лишний раз. Не думайте, что вы помешаете рейду. Вы скажите, если видите, хил стоит. Побежали, хил, ты ему скажи. Хангуль, побежали. Ну, лишний раз подсказывайте. Потому что вот я смотрю стрим с этой стороны, где весь рейд. И я вас физически не могу увидеть. Что вы там делаете? По сути, вы должны перебегать уже на двух стаках, потому что пока вы будете бежать, на вас еще кинется третий стак. И как раз вы на трех стаках и поменяетесь. Да. Дайте им рогу. Да не, ну танки поменялись нормально. Вот два стака мы набрали, мы поменялись. Кто? Просто хилы не побежали. Ну один хорошо. Побежал, а Леха через центр пошел и стоил стаки. Да, какой рога там меньше всего по ДПСу? Я получается, я. Стопай в ромб, будешь сбивать косты. Стойте, сейчас все бафаемся, ребята, сначала бафаемся. Один Злудан у нас умер. Он отсутствует. Злудан из Эпсент. А где рыба? Ну там ты тут, он в Дискорде есть. Не, его нет, он его отрисует, он не принимает. Он АФК стоял. Ох, ладно, давайте без фанта.
там не сильный хан. Ну типа на пол. Куча рогов. Да я все еще... даю, все на пол, роги дают. Нету вообще никакого проблема с наполом. Есть там рыба, Ярик, поставь где-то нам, если... Может кто-то сидит на рыбе. А, вот стоит. Ребят, рыбу кушаем быстренько. Написал в 23.06. Сейчас времени 23.14. Это уже прошло сколько? 8 минут. Это уже не 5 минут. Быстро бафаемся, ребят. Тут, по сути, ребят, тут даже ДПС в босса не надо. Тут просто надо перебегать, и все. Мы просто, мы втроем не можем поменяться с вами боссами, потому что метеор у нас может шотнуть после троих. И все. Поэтому первого босса надо убить сразу же, и все. Так. Так. Каску дайте. По кому каску? Пукичу. А, он по Протеусу кидает щит просто, и поэтому на Пукича. Да. Mm-hmm. Да. Он на Протовара кидает. Муренок, подойди, раздаем каски. А, все, Протеус есть. Все, хорошо. Все, все готовы, ребят. Кто не готов? Давайте, РЧН готов. В прошлый раз. Ребят, все было нормально. Мы как раз убили, у нас было 3 стака. Я уже перебежал, у меня был 4-й, но 4-й спадал. Все, у нас нету только Зул'дана. Все, давайте, по готовности, давай, иди, пуль. Дюрекс, ты сюда, ты ко мне. Авердос, ты тоже со мной тут стоишь. Альманах, мы ждем твоего таунта. Ты можешь начинать. Приготовься, дать Геру, Леш. Жди. Геру. Ты с боссом бежи, ты беги и на ходу его бей. Альманах. Смотри, чтобы удары, требующие руны крови, у тебя были в КД. На тебе вешается клинковая ограда. Она должна всегда на тебе висеть. Минус 5% урона. Побежали. Ну все, меня шотнуло. И на него отвлекаются. Побежали. Забирай. На пол. Блин, там беги. Никого нету. Ладно, Протеус упал. И Ханкуль упал. Короче, проблема с Ликсом, потому что на него очень... Падайте, стопните хил. На него очень сильно отвлекался хэпал. Там не хватало, ну, сбивания костов, типа это... Ну, так, да, у меня... я могу сбивать раз в 10 секунд и на 5 секунд. После этого он за секунду кастует каст или за 2. Поэтому, я же говорю, хэпал очень сильно отвлекался на тебя. Естественно, он только меня и бил. Босс. Нет, и на хэпала переводил. Ликс будет тут с этим сбиванием костов. Типа, ну я не знаю, давайте я пойду в ромб, а ты обратно сюда вернешься, Мурена. Типа, я потолще тебя буду. Может кто-то встать из шаманов, нет? Все, лежите, я сейчас прибегу в коте. Попробуй, сколько у тебя, 2 же халипала? Да. Попробуй второго халипала туда поставить. Я не знаю, халипал-то получше должен жить. Он и себя хилит, и танка. Я не знаю, как там упасть можно. Плюс ты как раз там с Иннером будешь. Сейчас.
Короче, Атедис, пойдешь туда хилить трусы, а Ханкуль сюда подойдет к нам, да и все. Потому что идея со сбиванием костов, типа они рядом стоят, их обоих кливает этим скиллом. Не. И нам как раз не хватило вот этого ДПСа, там, грубо говоря, пару косарей от Ликса. Какой-никакой, но все равно дэмэдж. В прошлый раз вы как-то быстрее убили звезду. Да там на молниях, на этих големах, там должен стоять ДКшник, который также сбивает каст. КД у ДКшника у любого 10 секунд. Он не собьет все касты. Короче, давайте я сейчас, я... Давай. Он собьет, но один собьет, хотя бы выживет. Давай, Муренок, ты пойдешь обратно в печенье, я пойду в ромб. Я пойду в ромб, у меня куча прожимок, у меня 70 кхп, я буду жить долго. Я вон танчил священную молнию. А если туда вообще танка не ставить? Нет. Ну, на зелека. Он же только молнии бьет, правильно? Обычно можно поставить там шамана любого. И тотем заземления используют, и каст летит в тотем. Ну, надскакивает еще и кого-то шотает. КД это у тотема 15 секунд. Это ж не по КД ж ты его ставить можешь. Ну вот, в том-то и дело, что он кастует постоянно, без перерыва. Все, сейчас все остается точно так же, только Атедис идет хилить в трусы, а Ханкуль, ты возвращаешься к рейду, я иду в ромбик, а попал будет танчить этот, там, где танчил изначально, и все. Алекс, ты будешь отбить боссов, да и все. А я где, опять в печеньке стою? Да, ты в печенье стоишь. Ты стоишь в печенье с овердосом, да и все, и хили тебе попало. Динатрий, Рафаэль, вставай. Рафаэль. Кого не хватает? Ждем всех остальных. Вон уже добегают сейчас все остальные, ждем. Начинаем бафаться. Так, давайте бафаемся. Если есть рыба, Ярик, поставь нам еще рыбу. Если нету, Лехи, кабаны. Я тогда всем прото дам и все. Да тут не в протах дело. Тут просто главное не набирать стаки и жить. Все. Ну, там снижение урона на 2%. Блин, да выкиньте вы это прото. А что, нам демеджа не хватает первого ваншотнуть уже? Вот Ликса не было и почти не хватило. Чуть-чуть вот там копейки буквально эти не хватало. Каких-то там, которых процента 3-4 лик снимает, вот этого вот не хватило. Какие 3-4? Так, все, короче. Альманах, звезда, Муренок, печенье, Протеус, трусы, я иду в ромб. Все. Так, что по бафам? Зельки. Скофилд, зелька. Есть. Дюрекс, зелька. Ханкуль, зелька. Пукич, рыба. Кресты от этих раздает.
опять на час опоздает. Все, ребят, все готовы? У всех все есть? Посмотрите. Проверьте еще раз. Муренок, сядь пока от песни. Дюрекс. Все, давай, пуль. Пуль, Леха, дашь и Еру, как увидишь, потому что... Или скажите ему, когда дать Еру, потому что я не вижу отсюда. Все, поехали. По 10 каунт бьет молнии постоянно. Первый стак висит. Так, меняемся, которые дальние. Ну, ставьте. Ты его не води так к двери. Он пока водится туда-сюда, будет стаки не скинуть. Два стака поменялись, которые дальние. Все, рейд звезду, весь рейд звезду быстрее. Убежали скидывать. Кто четвертый стак словил, ждите, пока спадет полностью. Побежали, побежали, побежали. У кого три стака, пойдете раньше бить. Не хватает хила. Не может меня хэпал выхилить. И прожимки у меня все заканчиваются. Хэпал просто по мане садится. Вы упали? Да. Просто он меня по 10к лупит и все. Не может. Давай я еще туда приду. Просто не хватает хила. Я не знаю, он этой цепкой просто каждые 2 секунды по 10к мне лупашит. Я могу встать. Вставай, 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 Ресси, там все. Ну, просто я на перебежке прожимаюсь, чтобы хэпал мог пробежать. А еще, короче, на леди как-то лужи этот... На леди надо лужи как-то равномерно раскидывать. Блин, ребят, я же сказал, что встану, блин. Все равно бежите пешком оттуда. Ты сказал, встану, я уже снился. Ну, значит, попробуй к себе, так как ты, Мишка, косты не сбиваешь, попробуй двух лемов взять тогда. У них 6 секунд КД на сбитие костов. И будут на счет первый, второй это, разобьются, и будут сбивать один, второй. Придется тогда рейду не зергать звездочку, а на трех стаках побежать, ревендера побить, скинуть стаки со звездочки и вернуться звездочку добить. Придется так тогда. По-другому никак. Сейчас разобьемся, будем бить сразу двоих. Ну а на этого, как он называется, где про товар, там можешь кого туда. Ну ваза, он с про товаром по очереди будет сбивать. Удар щитом, рефлект, потом сбив ваза. Потом удар щитом, рефлект, сбив ваза. У него еще и панцирь есть, и нормально. У меня просто дюб сел по мане, я даже не могу выйти дать ему иннер, потому что если я выйду с медведем, у меня хп будет меньше, и мне просто шотнет сразу же. Вот в чем проблема была.
Сейчас мы бафнемся, поделимся, будем бить сразу первых двух боссов. И будем просто меняться, и все. Да, как, не, как вариант, но я немножко не так предложил, что... Не, я понял, сбивать косты. Да, туда, я сейчас туда пойдет вас, к Протеусу. Сейчас вас пойдет к Протеусу на этом... На ромбике? На ромбике я останусь с... Он два элема. Трикс. Да. Клипа. Да не, один хапал, и пусть один элем со мной идет, и все. Так Протеус нормально сбивается сам. Ты понимаешь, если два будет элема, они, считай, каждые 3 секунды, то есть через каст уже точно будет сбиваться. У них КД 6 секунд? КД 6 секунд вот этот сбит. Все, хорошо. Вот, хорошо, сейчас. Сейчас тогда разберемся. Два элема, у Холипала там полманы сэкономится сразу. Так, хорошо. Вот, так. Внизующий ветер. Так, хорошо, значит так, там мы с дюпом стоим, давайте туда, давай Тандер иди. Можно резать? Да, сейчас всех резнем. Давай туда, Тандер, ты пойдешь в ромб, Трик, и ты тоже пойдешь в ромб. Вы будете просто стоять, сбивать косты, и все. Наберем просто рендж и будем сбивать косты. Так, Ваз, ты идешь в трусы с Протеусом. Так, Авербос, Дюрекс, точно так же остаетесь с Палом, просто его хилить. Ханкуль, ты в звезде. Этого должно хватить более чем. Ну и все, и самое простое для вас будет... Звезда с кружком поменялись, и все. Вот это скажешь, да. Грубо говоря, просто. Я не увижу. А, ну, в принципе, на двух стаках. Я увижу, если что. Да там в рейде, я думаю, голосов много в 10. Кому богатые две рыбы поставили. Ребят, сейчас ДПСа точно не хватит, поэтому поменяемся, и вы его просто на второй раз уже добьете. С пула дадите Геру, а на второй раз вы его уже добьете. То есть, получается как? Вы набрали 3 стака, вот вы видите уже 2, и вы ждете третий. Как только третий прокнул, вы сразу же бежите в печенье меняться. А те люди, которые побегут в звезду, там будет Прист, Дюрекс и Пал. Вот. Вы, смотри, Прист, давай попробуем. Ты раскидывай сразу по всем щиты и становитесь в звезду, чтобы если метеор летел, чтобы вы поделили этот дэмэдж. Я шрыву, Мурянок. Потом обратно. Увидели там 2 стака, третий стак набрали, поменялись, и те, которые с печенья вернутся обратно в звезду, они должны будут уже добить этого босса. ДПСа более чем хватит. Тут либо дотягивать пытаться, но это если выживет танк на Ривендере, потому что если побегут, сколько там, один танк и хил с кружка к Ривендеру побегут, и их просто метеор двоих шотит. Давайте так. Ликс, ты идешь тоже в печенье. Ликс идет в печенье. Так, Ликс. Ликс и давайте Лилхаммер. Вы в печенье. Поделим немножечко, будем, значит, так добивать, чтобы вы в пятером делили метеор. Так. Итак, в печенье. Ликс, Лилхаммер, Авердос, Дюрекс и Муренок. В ромбе Тандер, Трик, Шумский и Дюб. В трусах Ваз, Протеус и Атедис. Все, то есть, ребята, Гера дастся с пула, Геру дадите просто с пула, и там, ну, сколько останется, перебежите уже, и там уже просто 2 стака, и следите за третьим, сразу же на третьем поменяйтесь. Только, ребята, большая просьба, забегайте сразу именно ближе к метке. Ближе к метке туда бегите, чтобы не, ну, чтобы стаки не набрали. Все, Альманах, как будешь готов? Сейчас давай дам РЧ. Так, тут наберите, да, рендж. Он, не-не-не, давай, Тандер, становись сюда куда-то, потому что босс будет стоять вот тут, там, где ты стоишь.
Так, все, все на месте, все, альманах, пульт. Все, сейчас он встанет и начнете сбивать косты. Так, первый тандер сбивает, потом сбивает. Да. Хорошенько альманаха хиль. Альманаха вообще там, ну, прохиливайте как можно. Альманах, не стесняйся отдавать свои сейвы. Так, два стака, смотрим за стаками. Третий стак кинется примерно через 15 секунд. Будьте уже готовы бежать. Альманаха на фул в это время. О, я понял. Побежали меня. А, мы же на двух меняемся, бля. ДК, забирай. И веди в кружок быстрее. По углам боссов. На вас уже один стак есть. Как тот спадет, сразу побежите обратно. 7 секунд. 7 секунд вас. Побежали уже туда. Вот эта рука сейчас спадет, смотрите, 3 секунды уже. Все, побежали сейчас, секунда спадет. Спала, бегите обратно. Сейчас я дам кому-то БР, сейчас дам. В кучу вставайте, добивайте эту звезду. В кучу вставайте, метеор, чтобы... Надо меняться. Сейчас цепочку опять даст. Теперь добивайте этого звезду. Как добьете, уж тогда пойдете меняться. Давайте, экзекут фаза. Можем меняться, вас. Все, побежали. Кружок все. Сбивай косты как можешь, дюп упал. Я постою, попрожимаюсь. Дюп упал, Дюрик, все туда. Пятый ваш хил свободный, иди туда, хиль. Я тоже лежу уже давно. Блять, заебись. Меняемся. Аккуратно, молния. 3 стака скидывайте. Упал от метеора, Дюрикс? Да. Стой в толпе всегда. Нас цепочка положила тут просто. Он цепочку стрельнул и все. Ну, ложитесь. Потому что сказали завести босса в звездочку и всем в звездочку. Одни по дороге бежали, одни остановились посередине, а в итоге я возле звездочки и умер. Слушай, Егор, походу тебе фурик обратно надо. Почему? Че, как-то дэмэджа мало ворвался, по-моему. Да я и есть фурики. У нас сейчас проблема с той стороны была. А типа, ты фурики сейчас? Да. Мы на перебежке, он цепочку дал и все. И мы просто там рыгнули. У нас сразу 2 рема упало. Ну, ты смотри, периодичность цепочки. Если, допустим, периодичность цепочки, он цепочку кастанул и 2-й стак повешал, то иди раньше лучше поменяйся. Ты смотри, вот этот перебежку сделай после того, как он цепочку кастанул. Окей. О, вы на конях сидите? Я просто отходил. Да. И сколько у вас уже траев было? 4 или 5. А ты в рейде, нет? Кто, я? Ну да, кто спрашивает. А, не, ты чё, я же этот август, бач. А, чё, ты зайти помочь не хочешь, слот есть? За шпшника? Ну, конечно. Ну, если им нужен ДДшник. Ну, не совсем одетый, но я дам там сколько. Ну, заходи, засумоним. Заходи. Ой, давай, я как раз вернулся. Сейчас. А то у пацанов один слот свободный.
Так сейчас будет то же самое. Слышишь, Слав? А тут, короче, смотри, вот мы вчера убивали в 25-ке их тогда. Получается, вот где Ривендер, но он той стороне, вот эти два. Когда я стою Ривендера держу, вот вы убили, ты пробежал, меня забрал, я пошел, скинул стаки и обратно так перебегаем. А вот с двумя оставшимися нельзя так делать. Вот у нас 4 танка, например, есть. На ромбике набрали 2 стака. Ну, набрал танк 2 стака, я побежал туда на печеньку, скинул и обратно пришел, забрал. Можно. Только зачем, если вы будете меняться с трусами? Они с трусами меняются. Вы с трусами будете бегать меняться. Потом, потом уже, когда скину, допустим, я там стаки, то я заберу медведя. И все. Ну, по сути, что, один сдох от метеора, вы сдохли от цепухи от этого. Я имею в виду, когда вот те два упали, и так... Я понял, о чем ты говоришь, я понял. Проблема, мы сейчас просто упали из-за того, что он дал нам вдогонку цепучку просто, и мы с Элемой, там она по всем, там по пятерым или по шестерым прошлась, и Элемов она просто шотнула, и все, мы только поэтому. Ну вот бегите, один побежал вперед, и другой за ним за 10 метров, за 12, чтобы не словить цепуху, и по стеночке, а другие 15 метров от стеночки, и также один побежал вперед, а другой за ним, чтобы вы цепуху эту не ловили. Понял, да? А что если хилы станут на максимальном рейнже, им же не нужно будет так много бегать? Максимальный рейндж 40 метров, а кидается метка на 50. Ну так там 20 метров пробежал и уже на другом. Если будут стоять между боссами, они будут ловить сразу две метки. И ваншотнут, и сдохнут. Картас еще метерка стоит, вы тут звезде, которую вы первый пытаетесь, да, убить. Есть у кого на 100 ледяного змея? Я прям в рейде куплю, а то я задолбаюсь его искать. Да, могу дать просто так. Не, ну за просто так это неинтересно. Просто так это вообще интересно. Ребят, ресните там, пожалуйста, тяку. И надо засумонить всех ребят, потому что мы не можем пройти. Тут куча трэша нараспилась. Я хилу стоять подальше от танка, чтобы быстрее перебежать. И все. И когда танк перебегает, хилит танка этого, и все. Так будет проще. Проблема в том, что типа боссов чуть ли этих надо танчить возле стены, потому что я жрю 50 метров. Если он станет где-то ближе к центру, он может от второго просто ловить сразу же метку. Да, ну чутка просто подальше ставь, чтобы быстрее бежать. На перебежках прожимаюсь просто постоянно, и все. Типа там сложно меня будет убить на перебежке. Мы просто как-то так бежали, я смотрю, и просто цепочка, блядь, полетела по всем. А ты можешь на перебежке, если цепочка летит в вас, ну, типа в тебя, или в кого он летит, просто стопнуться, чтобы других не убить? Ну, на секунду стопнуться, чтобы прилетел каст, и потом отойти. Да, можно так сделать. Ну, это ваша координация, это ваши побегушки. То есть вы за этим смотрите. Смотрите на боссов, выбирайте их мышкой, нажимайте левой кнопкой и смотрите, что они кастуют и как. А сумон будет или мне вручную? Либо элемам нужно как-то на перебежке с рейнджа сдать. Не ждать, пока мне реснуть или вставать? Блять. В смысле? Нет, ждать пока реснуть. Ждать пока реснуть. Так там трэш встал. В смысле? Какой трэш? Ты лежишь в комнате с боссом. Ну? У тебя сейчас реснут, ты встанешь, поставишь шкаф и всех засумонишь. Все. Хорошо. Ресните тяку там в приоритете, найдите лока. А тут никто никого не резает, еще никто не добежал, я вижу. Там нету шаманов, которые могут встать? Лучше, конечно, на бой оставить с боссом эту вставательную способность. Ну, я не пойду просто. Я вот возле трэша, я не пойду. В инвизи. Не понял, трэш, который в комнате уже у боссов. 4 этих там же стоит перед входом прямо.
Тогда я вам скажу, чтобы не сидеть просто так. Встали все, побежали и бейте. Давай. А то можно молиться так вечность. Засумуньте меня прямо перед входом, а то мне тут лететь еще. Да сейчас, там мы уже прибежим, засумуним всех уже. Там кто-то запулил трещи. Придурочно. Сколько у вас вчера слава хилов было на этом, на конях? Гариус помнит. У нас солид был, хпал. Кто там еще? Я могу резнуть кого-нибудь. Да, у нас, по-моему, с каждой стороны просто по одному хилу было, и все. Со мной, по крайней мере, один стоял на Ривендере. Ну так а вы меня спекнули, и мне в итоге и там хилить типа нечего, и избивать типа там нечего. Там просто неизвестно, просядет Холи Прист по мане или нет. А чё, Лок встал, что ли? Я резнуть мог. Да, уже толку. Да идемте уже сейчас трэш просто убьем, да и все. Так будет быстрее. Ускорите, отойдись. Они там близко ходят, я там в коте стоял. На пэта, на ханта запулились. Помогите страшным, ребят. Да. Любите ли вы этот трэш побить? Да, ханта пэт стоял, они его убили. Там еще трэш. Диспел дайте в толпу. Если есть присты. Аккуратно, аккуратно, к ханкуле отойди. Отойди вперед, 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 вперед. В чем, что не хватило? Ох, вы придумали. Ой, бля. Короче, просто все, упадите все, встаем, встаем, заходим в рейд, бежим все вместе, все.
потому что, блядь, сейчас это будет на 3 часа. Падайте, заходите все. Вставайте, заходим, потому что это бред какой-то. Давайте, доходим, разбиваем трэш, идем. А зачем? Что это? Про что? То это Паша всякие приколы скидывает. Давай вернусь. Стоим, ждем всех, большинство бафаемся и идем. Сяка, давай шкаф. Тыкните, кто-то еще один. Вон, Лилхаммер, тыкай на панельки людей, которые серенькие, и на шкаф. Когда у тебя призыв идет, тоже можешь на другой этот портал тыкать. Ну, если он, конечно, в досягаемости. Еще 40 минут. А то едь от шкафа. Зулдан. Шо? Зачем прыгаешь в шкафе? Ну, просто на приколе. Хорошие приколы. Так, кого не хватает? Скофилд, Мегалодон. Все, все тут. Давайте все быстро тут. Бах, быстро бах и погнали. Раздавайте бафы. Все, идемте. Каски, можно. Каски, каски, каски. А каски еще не кидаются. Потому что у вас три паладина, и протопал думает, что он протоп будет кидать, и все будет нормально. Сейчас перед боссом все раздадим. Да вы пока бежите. Пропускайте, пропускайте коней, они там запулятся сейчас на кого-то. Сейчас на кого-то да запулятся. Ну все, бейте, чего.
Не беги там, кто вперед побежал, не тебе эти все бреды. Если не получается, выйди в хуяли, значит, чаще. Давайте, может, попробуем так, как мы вначале пробовали, только я туда пойду и, ну, хпал будет хилить. Они назад сейчас новые кони будут. А я вот в время. Да, как вы пробуете, просто дело в том, что если будут хилы и танки падать, то босса вообще никак не убить. Бля. Че, всем плохо вообще, да? Зато старпол. Идем, Леху, мы не подойдем. Сейчас, значит, будем каждую пачку трэша просто бить, да и все. Мы просто того моба не можем, ну, как говорится, того босса пережить, потому что там недостаточно костов. Падаем, идем по новой, бьем абсолютно весь трэш, который... Да, меня диван дали зачем-то. Сейчас, подожди, может, трэснешь. Пусть только трэш попроходит. Блять, не, парни, вы, конечно, такие шутники. Короче, два элема там много, чтобы сбивать косты. Одного элема хватит. Одного элема и прохиливать. Пусть ДК там станется, и все. Пусть научится кикать косты, и все. Да, нет, у ДК хп не хватает. У ДК 30 там что-то с копейками хп ему просто не хватает. И 8. Все. Ну просто не хватает. Ой. Мы уже пробовали. А эти покемоны откуда вылезли? Просто не хватает хп и все. Физически. Пускай касты сбивают абсолютно все, кто могут. Я просто, ну типа, может там, я не знаю, каких-то капов по поводу там у поваров, у попалов, у ДК. Но 3-3-5 всегда все танки одеваются в выносливость, потому что тут нету маг-защиты. Парни, откуда но, это было? Не-не-не, выносливость точно не одевается. Откуда эти пришли? Падайте просто все, да и все, блядь, это все. Идем сейчас просто... Весь... Есть, чтобы потом... Есть Дживс. Сейчас просто идем, бьем весь трэш и все. Одна минута, Дживс. Не сейчас, это имею в виду потом. Доходим до того места... ставим дживс, чинимся и бьем просто весь трэш и идем к боссу, и все. Я не знаю по поводу этих капов. Знаю, что у танка должен быть кап меткости. Все, блокировка щитом, вот эта вся шляпа. Ну, 3-3-5 это хроники, где нету маг защиты. Где просто, ну вот, ну, тебя бьют магией, блядь. Это Сирус, тут кап защиты должен быть. 540. Для Накса и РБК. 560 для ЦЛК 10. Его убивает магия. О каком капе защиты ты говоришь? Возможно, дальше и нужен кап защиты. Но сейчас ему просто не хватает. Там босс кастит каждые 2 секунды. И он бьет по 10 тонн. 10-800 вот мне в медведя прилетает. Я живу, потому что у меня 50 тонн хп. И я хоть как-то выживаю. Перебежки я просто прожимаюсь постоянно, чтобы хил не останавливался, не хилил меня. Я прожимаю, чтобы мы вместе перебежали, а потом он меня выхилил. Ладно, вы это, сумоньтесь. Вот смотри, у тебя два танка, вы начинайте там потихоньку трэш, а Шумский, ты пока вот подумай, в какую сторону кого поставишь. И элемов, то есть в дальних, ты, получается, каждому танку по элема дашь? Сейчас один элем пойдет туда, второй туда. У вас останется ДПС босса, потому что вас дает там сумасшедший дэмэдж. И все. Эрша может кикать косты, я же говорю, что ну...
Вот сейчас, вот сейчас будем проходить 4 хила. У нас минус Холли Прист. Он уехал, там ему он сказал, ему 20-30 минут надо дочь забрать с садика или со школы, не знаю. Ну, мы сейчас трэш почистим, он как раз подлетит. Поэтому... стой, 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 назад, 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 вернулись. Назад вернулись все, ребят. Назад вернулись. Все, Дживса, Леха, поставь нам. Поставь нам Дживса, бафаемся. Все, бьем абсолютно весь трэш просто и все. Где Дживса поставили? Да, не... да вот тут поставь, да и все. Сейчас приду поставлю. Ребаф по ШП, бача. И кто там предлагал фласку купить или отдать что-то? Есть Леха Дживс? Бач, бач, там где? Я в рейде стою. Ребята, вы все поставили, все чинитесь. Угу. Сейчас, короче, делаем проще. Сейчас в трусы становится Протеус, Атедис и Тандер, а туда станет Альманах, Дюб и Трик, и все. Альманах может сбивать косты, правильно? Правильно. И Дюб сможет сбивать косты. Ой, тьфу, Дюб этот. Трик сможет сбивать косты. Все, все тут, ребят, кого не хватает еще? Давайте там ждем Ликс, вас. Кому нужно, почту поставил. И все. На каждом боссе будет стоять по два человека, которые могут сбивать косты. И все. Один РДД и второй милик. Этого должно более чем хватить. Бьем абсолютно всех сейчас. Коней, не коней, без разницы. Бьем просто весь трэш и все. Нате вам групп лут. Может... Слав, 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 подожди, а за что ты мне ЕП дал? КД. За то, что ты принял КД. Ой, так это сейчас работает. По-нормальному так ты пошел людям помогать. Стойте, 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 сейчас вот этих коней словим сразу. И вот этот трэш, стойте, сейчас вот. Мы не успеем, потому что эти кони нас сейчас догонят. А то, что я принял КД без двух боссов, тоже можешь? Спускайтесь. Спускайтесь, спускайтесь ниже, спускайтесь ниже. Бьем трэш. Я не клифую, правильно? Парни, напуливайте на медведя все, что видите. Так будет проще. Согласен с Тенатрием.